Всем привет! Посылочка пришла с сайта Deal Extreme. Тут такая, по ощущениям, банка. Ну, я знаю, что там лежит. Я заказывал телефон и смарт-часы. Они должны были прийти вместе, но их почему-то разделили. Телефон давно пришел. А эта посылочка задержалась надолго. Ну, пришла и хорошо. Так, что мы видим? Здесь у нас уже был удар какой-то. Снизу тоже. Такое ощущение, как будто их вот так ударили чем-то. Наклейка черная. То есть черный цвет должен быть. Ну, открываем. Ага, я известно, там еще. Странно как-то сделано. Ну, давай. Так, тут у нас сами часы в пакетике. Кабель зарядки microUSB. И вот эта вся инструкция, что ли. Ну да, мелким-мелким шрифтом на английском и на китайском двухсторонне напечатано. Очень мелким шрифтом. Так, шнурочек у нас, ну, очень короткий, такой сантиметров 25, наверное. Ну, в принципе, microUSB шнурки, наверное, в каждом доме их полно. Это не проблема, и купить их не проблема. Так, ну и сами вот часики посмотрим. Так. Ну, вроде бы внешне претензий нет. Кнопочка включения, я так понимаю. И здесь у нас прячется microUSB разъем для зарядки под пластиковой крышечкой. Ну, если с ней аккуратно обращаться, потому что она и не отломается. Так, включаем. Ничего не происходит. Наверное, батарея севшая. Давайте подключим зарядку. Проверить-то и надо их сразу. Потому что вдруг чего, претензии магазину предъявить надо. Так, подключим. Давай, открывайся. Ага. Так, и подключаем. Вот так. Ничего не происходит, но Powerbank показывает, что чего-то он там заряжает. Надо подождать. Обычно мне когда-то уже что-то приходило такое прям в ноль разряженное. И чтобы включить, надо немножко подзарядить, какое-то время подождать. Ну, пусть заряжается, а там посмотрим. Вот, кстати, появилась индикация, что пошел заряд. Ну, дождемся уже тогда заряда полного и включим их. Итак, давайте глянем на часы поближе. Здесь у нас имеется сенсорная кнопочка. Сверху камера и отверстие микрофона. Снизу здесь у нас динамик находится. С правой стороны кнопка включения, ну и выключения. Здесь у нас заглушка порта microUSB для зарядки. И также здесь подход такой есть, или зацеп, чтобы можно было открыть крышку. Внутри у нас аккумулятор на 500 мАч. И вот здесь можно его
вот так поддеть и извлечь. Слот для сим-карты, для карты памяти microSD. Ну, это то ли серийный номер, то ли MA, так точно не скажешь. Да, эти часы могут работать как в паре, скажем, с телефоном, как те же там смарт-браслеты и вроде того, так и как отдельный телефон, скажем, как второй телефон, вполне можно использовать. Но я думаю, при этом будет садиться батарея быстрее. Ставим все обратно. Крышку прижимаем и включаем. Вот они пытаются сразу найти телефон. Но чтобы полноценно все работало, нужно поставить на телефоне такое вот приложение BT Notification. Так. Разрешаем доступ. Включаем Bluetooth и подключаемся. Подключено. Вот и все. Так, синхронизировать, да. Тут у нас такой рабочий стол, показывает заряд аккумулятора, соединение с телефоном, Bluetooth и как бы профиль, что ли. Ну, сейчас у меня просто стоит профиль. Я сейчас покажу, здесь у нас, то есть мы этой кнопкой с любого положения можем вернуться на рабочий стол. Заходим в меню. И мы можем посмотреть пропущенные вызовы, исходящие, входящие, то есть те, которые как на самих часах при наличии сим-карты, так и по Bluetooth он загружает список с телефона. Так, мелковатые кнопочки, конечно, ну как-то привыкнуть можно. Здесь же у нас калькулятор имеется, управление плеером встроенным, который работает при наличии установленной карты памяти с загруженными треками. Календарь, будильник. Здесь у нас телефонная книга, которая вот загружается по Bluetooth. И если есть локальная. Также мы можем управлять камерой на телефоне, так и отдельно камерой, которая здесь встроена. Здесь у нас настройки, и мы можем, вот, допустим, профили. Выбираем какой-то профиль, и каждый профиль еще можно настроить. То есть выбрать, какие будут сигналы работать, либо вибро, беззвучный и так далее. То есть все профили можно перестроить под себя. Здесь еще есть вот значки там Twitter, WhatsApp и так далее, но они, я так понял, работают при установленной сим-карте. А все сообщения, которые приходят на телефон, SMS, Viber там и так далее, они передаются сюда по Bluetooth, и мы их можем видеть на экране. Вот, часы довольно-таки толстые. Но не скажу, что прям габариты их какие-то ужасные. То есть на руке они вполне неплохо ощущаются. Мягкий ремешок с такой текстуркой. И здесь у нас еще есть вот такая вот вставочка NFC. Ну, скорее всего, это для быстрого сопряжения с смартфоном. Ну, проверить я, к сожалению, не могу. Также у нас здесь есть несколько циферблатов для часов, то есть они вот так меняются. Ну, их всего три.
Ну, я думаю, можно каждому что-то подобрать себе. Вот таким образом мы их сметаем в сторону и получаем доступ к рабочему столу. В принципе, часы сами по себе недорогие, где-то на день заряда их хватает при сопряженном телефоне по Bluetooth. Очень удобная вещь, не обязательно доставать время телефон, получили какое-то сообщение там или звонок какой-то идет, вы можете глянуть просто на экране, срочно это, не срочно и так далее. В общем, штука удобная, вроде бы так собрано неплохо. Ну, конечно, дисплей здесь под углом теряет цвета, ну и цена на них тоже небольшая. Так что ссылочку я оставлю. Вдруг кому-то интересны такие часики, можете заказать. Все, спасибо всем за просмотр и пока.